Психология показывает нам, насколько мы не подготовлены к тому, чтобы создавать здоровую психику здорового человека. И в этом смысле психолог – проводник, который помогает человеку, решая понятные его какие-то конкретные жизненные задачи, справляясь с какими-то невротическими симптомами, помогает ему на самом деле отстроить свое собственное здание своей жизни. Да? Это мировоззрение, мировосприятие, определение приоритетов, того, что для человека на самом деле важно. Это, ну, такая благая миссия. И, собственно говоря, в этом состоит суть глубинной психологии.